Во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне прошел традиционный благотворительный обед фонда Раисы Горбачевой. Его посетили звезды шоу-бизнеса и известные политики. Русский миллиардер Александр Лебедев выступил в роли хозяина обеда. Прошло уже 10 лет с того времени, как от нас ушла Раиса Горбачева, болевшая лейкемией. И я считаю, что это мероприятие объединяет людей. Думаю, что это можно сказать и о Горбачеве, о том, что он сделал для истории, о его жене, о тех вещах, которые объединяют как русских, так и европейцев, и о сборе благотворительных средств. Больше дать, нежели получить. После проведения такого мероприятия часть вырученных денег поступает в фонд ракового центра Марии Кюри. Русская супермодель Наталья Водянова сказала, что не часто выходит в свет, поскольку воспитывает троих детей, но в данном случае она хочет оказать поддержку. Я думаю, что это замечательный фонд, который делает очень благородное дело. Поэтому, так как я тоже занимаюсь благосостоянием детей, русских детей в России, поэтому я также активно поддерживаю другие фонды, которые занимаются благотворительностью. Организаторы предыдущего мероприятия собрали около 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Из них 500 тысяч заплатили два аукционера за обед с Горбачевым.